Да ну что ты опять от меня хочешь? Что нужно делать? Я не буду записывать реакцию, я снимаюсь только в нормальных видео. Не бей! Потерянный эпизод X. Я не буду смотреть потерянные эпизоды, ты же знаешь, я потом ночью не сплю. А, не бей, не бей! Чё творим, бро? Меня зовут Сергей Онис, я инспектор-школьник, и сегодня мы реагируем на потерянные эпизоды фиксиков. Да, время пришло. Я буду не просто реагировать, как этот. Не бей. Я буду не просто реагировать. Я буду брать еще все записывать. У нас будет сегодня 4 критерия. Первое. Страх. Это будет плюсик или минус. Второе. Скример. Третье. Музыка на фоне. И четвертое. Атмосфера. По этим 4 критериям мы сегодня будем оценивать наши потерянные эпизоды. А у нас сегодня целых аж 4 потерянных эпизода. Поэтому давайте-ка начнем уже наш просмотр. Всем привет, народ, с вами я, Симор Дикс Ди, сегодня... Музыка? Я... Да, по факту у тебя только музыка страшная пока что. В первом кадре было показано, как в комнату Дим-Ди, мы сейчас зашли, его родители. Картинка... Сразу плюс к страху. Я попутал, плюсик к страху. И Симка сразу задумалась. Почему... За атмосферу, пожалуй, поставлю огромный плюсик. Ему родители Дим-Ди очень не дают просто почистить ему... Вот это запинание, это был минус страх. Чистить зубы. Вдруг... Бедный Дим-Димыч, заставляют его каждый день чистить зубы. Вот я, к примеру, раз в 2 часа их чищу. Говорят, так лучше будет. Успел выхватить тюбик пасты и намазал ее на... Они все заикаются после твоих потерянных эпизодов? Картинка, он начал чистить его рот. Что это было? Это, похоже, был скример. Поэтому мы ставим плюсик к скримеру. Это было страшно, я вам скажу, да, мое сердце уже чуть прихватило. Стал зеленый. Были немного красные точки. Но не знаю, от чего они. Что это? Мне кажется, он... Его рот разжижает на молекулы. Плюс к страху, выдумка. Плюс к страху, это по-любому плюс к страху. Просто запомни, что у него плюс к страху. Серия оборвалась. Скример! Плюс скример! Плюс скример! 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 Так, итого у нас целых аж 3 плюса из 4. Вот это ты молодец. Понравился данный потерянный эпизод, то не забудь... 2 плюса. А тем временем приходим к следующим потерянным эпизодам. Потерянный эпизод фиксиков, часть номер 1. Всем привет, это мой первый... И почему ты разговариваешь шепотом, уже сразу к тебе вопрос. Минус страх, минус скример, хотя возможно, минус музыка. У тебя все в минусах, ты просто делаешь целый минус. Если ты и сам не цел... Ну ладно. Все началось с того, как Дим-Димыч ложился спать. Я не могу больше реагировать, может давай ты просто будешь реагировать. Не бей! А на этом все, с вами был инспектор школьник, а дальше продолжит этот озабоченный чувак, который ищет все время страшные потерянные эпизоды. Хе-хе-хе-хе, я вернулся! Чё творим, бро, меня зовут Сергей Онис, и сегодня мы реагируем на... Что это такое? Плюс страх, минус страх. Школьник, ты вообще офигел? Что ты здесь делал? Я тебе говорил реагировать. Дебила кусок! Потерянный эпизод фиксиков. Мне страшно только уже от того, что он разговаривает шепотом. Боже ж ты мой! Фиксики, зачем вы подслушали, что сказал папа? Даже я не послушал. Как вы могли так? Вам это в кайф, да? В кайф? Когда папа лежал. Тупые фиксики. Это не вы, это не вы. Тупые фиксики. Да ну я сказал, это не вы. Можете успокоиться, просто видео снимаю. Тупые фиксики. Вечно хотят все испортить. Да не вы, не вы. Вы все хорошо делаете. Чините этот фалоимитатор, давайте. Я хочу закончить с этим эпизодом. Поэтому переходим к следующей части этого же эпизода. Надеюсь, этот эпизод будет получше. Это вторая часть потерянного эпизода. О, он уже разговаривает в голос. Это уже неплохо, отлично. Уже есть вот движение, видите? Вот уже движение есть, вот так вот прям. Такое чувство, будто он подошел к унитазу, засунул голову и говорил. Мать, и он позвал. Он высунул голову с унитаза, уже неплохо. А мы переходим к следующему потерянному эпизоду. Потерянный эпизод фиксиков. Смерть Нолика. Потерянный эпизод фиксиков. Мы смотрим робота. Запомните, они когда-нибудь захватят наш мир. Что? Одного зимнего дня выпало очень много снега. А у города Дим-Димыча... Я ничего не понимаю. Нолик его спросил, можно мне с тобой? Вот же, Нолик, ты проказник. Хоть что-то наделал плохое, я уже хотел пойти с Дим-Димычем на улицу гулять. Не так просто все. Ты думаешь, все так просто? На самом деле, нет. Дим-Димыч ответил, конечно же нет. Конечно же нет. Я же тебе сказал, Нолик, зачем ты еще спрашивал? Я же тебе даже уже ответил. Нолик долго плакал. Симка его долго успокаивала. Бедный Нолик, он плачет. Не плачь, Нолик, все будет хорошо. Когда Симки не было, Нолик нашел помогатор. И решил выявить токсическую смесь.
О боже, Нолик, как ты мог? Я думал, ты хороший мальчик, а ты взял вот эту токсическую какую-то штуку на комнату Дим Димыча выпрыгнул. Как ты мог? Это увидел дедус, Мася и папа. Они все отравились. Нолик, и как тебе теперь после этого живется? Нормально? Они тоже прыгнули и все растворились. Где же... Боже, что это с ними? У них кишки вытекают из костюмов. Ого, а у некоторых даже глаза вытекают. Вот это новости, конечно. Лосинка, спросите вы. Этого никто никогда не знал. Да там плюсики ставил, быстрее, мне страшно. Плюсик, плюсик, да все плюсик, огромные плюсы. Боже мой, это что только что было? Офсайдер — это один из самых лучших крипипастеров. Я должен смотреть его в своих очках крутости. Всем привет, с вами Офсайдер и... Привет, Офсайдер! Плюс скример, скример, плюс! Прям ей в лицо, и она просто с большой высоты упала. Это же реальная кровь, посмотрите, это самая настоящая кровь, это не какой-то футажик, скачанный из интернета, это самая настоящая кровь. Вот это я понимаю, подготовился, даже себе пальцы порезал ради крови. Это была первая смерть. И последняя. Файр предложил всем Фиксика за... Он уже плачет, Офсайдер уже плачет за Симкой. Я тоже плачу, не будет на кого вечером дрочить. Пустить прямо в космос. Нолик, как всегда, согласил. Отец Мил... Нолик, ты идиот! Как он тебя запустит в космос через потолок? Пролетавший увидел это и прыгнул, чтобы поймать. Он поймал Нолика, но отец сам улетел туда. Бедный папус, как же так можно было? Нолика спас и сам попал. Ай, плюс за слезы. Он моментально умер, он просто головой ударился и кровь... Он умер от листка. Плюс опять за кровь, ну что ж ты сделал? У тебя уже 87 плюсов, я просто офигею с тебя, пацан. У тебя лучшие потерянные эпизоды. Не те, что этого дебила Серджи Курникаса. Прям текла. Все, на этом все. С вами был Александр, поставьте лайк. Боже, он просто упал и стекает кровью. И никто его не поднимает, как видите. Вот это ваши фиксики хорошие. Почему никто не понимает? Кому он вообще надо? Всем удачи и всем пока. Пока, Офсайдер. Что ж, бро, похоже, мое время подходит к концу. Поэтому на этом все. Тебе бы Сергеоне, ставь лайк, подписывайся на канал, а также смотри новую серию Инспектора Школьника. И поверь, это будет лучшие 10 минут твоей жизни. Так что давай, я жду тебя, оцени его. Это я тебе серьезно говорю, тебе всего лишь нужно его полностью посмотреть, и оно тебе понравится. Поэтому давай, я жду тебя там. А те, кто напишет под Инспектором Школьником комментарий, попадут в следующее видео. Да, именно с этого момента, кто будет писать там комментарий, попадает в следующее видео. Именно ты можешь попасть в следующее видео. Также переходи на мой второй канал, где видео выходят каждый день. Каждый день эти все еще их не видел. На этом все. С вами был Сергионис. Оставайся таким же шикарным, бро. Пока!